В конце января в Минске были задержаны двое жителей Витебской области. Парни, которым чуть за 20. В Минской области, в том числе и в Солигорском районе, занимались тем, что распространяли закладки с психотропами по тайникам. Действовали они от имени одного интернет-магазина. Оперативниками в тайниках в нашем городе были обнаружены закладки массой от полуграмма до 2 грамм. В отношении ребят следователями возбуждено уголовное дело по факту сбыта. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми было обнаружено несколько десятков таких тайников, которые оборудовали указанные витебчане. Указанные тайники изъяты, по ним назначено проведение химических экспертиз с целью установления конкретного вида психотропных веществ, их массы. Указанные правонарушители в настоящее время задержаны. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение. За совершение указанных преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие по делу продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к иным преступлениям.